Всем здорово! В этом ролике я буду гриферить с необычной ловушкой на сервере Арисмайн. IP на экране и в описании. В чем прикол данной ловушки, спросишь ты? Все просто. Значит, челик бежит за мной, я забегаю вот в эту дверечку, а он бежит, естественно, за мной. Значит, он такой бежит, а потом такой, опа, и падает сюда. Это как, что? Значит, рассказываю, вот здесь нету блоков, и здесь просто обычный снег. И если мы сюда наступим, то, естественно, ребята, мы провалимся. Вот так вот. Такую ловушку вообще невозможно никак построить, кроме как с админки с этой здесь территорию. Но, ребята, я же сказал то, что это невозможная ловушка, поэтому да. Кстати, а почему у меня скин руды? Непонятно. В общем, ребята, пишем в чат, кто PvP ТП? Я на РТП без голых. Пропишем сразу want, чтобы нам было немного легче. Возможно, возможно, телепортируется какой-то чел. О, смотри, посмотри, ребята, что это, кто? За мной явно кто-то наблюдает. И ко мне телепортируется первый челик. Окей, давайте, ребята, телепортируем сюда, это... Ага. Угу. Интересно, конечно, ну ладно, хорошо, ребята, давайте. Давайте, мы его даже попехаем. Я не хочу ему палить свою ловушку, потому что у него есть тотем, ребята. А если у него есть тотем, то он 100% выживет и... Блин, ладно, хорошо, давайте мы сольемся ему. Подождем немножечко времени, чтобы он отсюда ушел. Ну и, в принципе говоря, потом продолжим наше грифер-шоу. О, ребята, он упал, он упал. Так, ну-ка, подожди, у него тотем. У него даже тотем не снялся, черт. А, блин, ребята, он пропалил ловушку. Здесь еще типочек. Что за фигня, так, хорошо, хорошо, ребята. Пофиг на того челика в незаритке. Давайте хотя бы мы этого челика загасим. Подталкиваем, ребята, просто подталкиваем его к ловушке. Просто подталкиваем к ловушке и, да, ребята. Да, 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 он. Он кинул перку, ах ты ж. И, ребята, что, я его слил. Он только там, там этот чел. Нет, ну черт, ну черт. Отдай мои ресурсы, бро, отдай, отдай просто по-хорошему. А-а, угу, я слился, понял. Отдай пожиресы. Это все, что ты мне отдал? Я конечно, нет, не твои, не твои, бро, не твои мне надо ресурсы. А, мне еще ачивочка далась. Не, бро, мне не твои ресурсы. Не твои ресы, а то, что ты подобрал. Че пишет? Мои единственные ресы. Здесь чувак, здесь чел, здесь чувак. Ребята, здесь чувак, я его заметил. И он видит... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, нет, пожалуйста, не меня. Ребята, я... Пожалуйста, меня не надо фигачить. Давайте, да, даже, ребята, залагаем где-нибудь вот здесь вот. Я не хочу, чтобы моя ловушка стала пристанищем для... Нет! Нет, хом, хом, хоп, Д2, быстро-быстро подбираем наши шмотки. Ребята, где мой мечик, мечик, мечик? Мечик, его украли. А нет, ребята, не украли. А, да, украли. Угу. Ну ладно, ребята, возможно, кто-то из них сейчас сольется, и я смогу просто забрать их шмотки. Что? Нет, черт, я не успел, я не успел, я не успел. Черт, чувак все подобрал. Не так я представлял себе, ребята, начало нашего выживания. И, блин, все. Сейчас, ребята, меня просто будут рейдить. Блинский. 5 minutes later. Ребятки, ко мне телепортируется типочек. А, вот, он снова телепортируется. Ребята, отлично. Это у нас алмазка. Возможно, я ее и смогу слить. Нет, не смогу. Ребята, не смогу. Все, до свидания. Смотрите, он подходит к моей двери и. Да ладно, он не попался в мою ловушку. Серьезно? Так, подожди, так не пойдет. Братишка, а ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Вот туда, вот туда, вот туда. Давай, давай. Ну, все, красавчик. Все, ребята. Чел туда упал. И теперь мы летим за ним. Надеюсь, что там никого нету. И там, ребята, никого нет. Отлично. Хом, Т2 пишем. И быстренько подбираем эти шмоточки и телепортируемся на спаун. Все. У нас, ребята, есть алмазка и даже перка. Отлично. Ну, хотя бы что-то меня радует, ребята, в этой серии. Наконец-то у меня алмазка. Кайф. Короче, мною было принято решение немножечко сменить аккаунт. Ну и сервер, на самом деле. Теперь я играю на Арисмайн втором грифе. Вот тут, кстати, показывается. И надеюсь, что теперь меня не будут таргетить. Потому что на прошлом сервере, на первом сервере, меня тупо ссыли с алмазки. Короче, там меня рейдят, и мне это неприятно, некомфортно. Поэтому будем играть на втором сервере. В принципе, ребята, ну, механика здесь такая же. Вот, я захожу вот в дом вот так вот, а это уже дверька подставная. Вот таким образом мы падаем сюда. Кстати говоря, я себе не выдавал никакой донат, чтобы было на вот вообще супер правдоподобно. Вот, поэтому у меня есть только один хом, и он вот здесь. Второго же хома у меня нет, поэтому я сделал себе вот такую дырочку, в которой я прыгаю. И, в принципе, здесь у нас водичка, и здесь я могу подбирать ресурсы. Поэтому я вам что предлагаю сделать? Пишем, кто ПВП ТП? Я на РТП в безопасной зоне. Вы должны отыграть 1 час на сервере. Ой, ё-моё, блин. Короче, пришлось себе выдать гидру. Не, ну а что поделать, а как я по-другому в чат-то напишу? Короче, ладно, ребята, пишем в чат и просто телепортируемся на хом. Кстати, по-моему, теперь есть 2 хома, если я не ошибаюсь. И, кстати, к нам уже
уже сразу телепортируется челик. Отлично. Алмазник, ребята, алмазник, скидываем, скидываем, скидываем. Ну, да. Да, ребята, скинули. Хорошо, отлично. Все, давайте быстренько бежим, бежим. Разбился. Ребята, он разбился. И это была алмазка. Обычная. Набор гидры, ребята, неплохо. Правда, немного покосанный, но все равно хорошо. Очень хорошо. Значит, телепортируемся к нам домой и складируем эти все шмотки вот сюда. Только, кстати, а что мне складировать? Мне, в принципе, нечего складировать. Он к нам, кстати, снова телепортируется. Возможно, ребята, возможно, у него есть какие-то шмотки, поэтому давайте мы сразу его в ловушку тэпнем. И как он меня ударил задом? Вы это видели? Ребята, вы это видели? Он меня ударил задом. Напишите в комментариях, читер он или нет. Ребята, ко мне телепортируется челик. Быстро, быстро, ТПУЕ спишем и... Ах, блин, он с топориком. Я же не могу чекать инвентарь, братан. Ну, зачем? Зачем? Все, он ливнул, красавчик, все, не надо. Опа-на, ребята, кто-то еще телепортируется, отлично. Да че вы все голые, алло? Ну, давай сам, давай, братан, братан, давай, давай сам вот сюда, вот, давай, иди сюда. Да. Ну, ладно, все, я помогу тебе, братан, я тебе помогу. Давай, я тебя стейком так, оп, оп, еще, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. А че он не падает? Ребята, что? Что? Он не... Ловушка не работает? Или что? Чего? Непонятно. Смотрите. А, как он... Подожди, да ладно, это что, читер? Ребята, вы это видели? То есть, ну, здесь нету ничего. Здесь нет даже блока. А он поэтому ходил. Чего? А ну-ка, подожди, может, я что-то ошибаюсь? Да нет, ну, что за бред, кстати? А-а-а, ребята, я понял. Он меня как-то поджидал здесь, видимо. Здорово. Только как он... Подожди, как он вошел? Чего? Ладно, зато мы топорик поимели. И то хорошо. О, ребята, ко мне кто-то телепортируется. Надеюсь, это алмазник. Ребята, это такой... У него тотем. Нет, блинский. Блин, ребят, из-за того, что я не могу чекать инвентарь, к сожалению, я не могу посмотреть, с тотемом он или нет. И, кстати, подожди, может... Нет, не-не-не, ребята, плохая идея. Возможно... Кстати, подожди, почему нет? Давайте мы попробуем ему снять тотем. Почему нет? Возможно, если мы ему снимем тотем, то мы сможем... Нет, ребята, мы не сможем. Черт. Хорошо. Вот так, ребята, его фигачим луком. Оп, давай, лети, бро. Почему... Что за бред? Почему он не летит? Так, хорошо, да. Тогда, ребята, спасаемся. Спасаемся на льду. Хаваем гэппл. Да, я выбил гэппл. Это очень хорошо. И давайте мы попробуем ему все-таки снести тотем. Ну, ребята, потому что если он даже упадет туда, то от этого мало вообще будет смысла. Потому что ему снесется только тотем. Кстати, он какой-то очень... Ребята, он какой-то очень жесткий. Вообще, он нереально жесткий. Нет! Быстро заходим сюда. Все, отлично. И... Просто хаваем. Все, бро. Нет. Как он стоит? Посмотрите, это как? Почему он не падает? Алло. Братишка, это что такое? А как ты не падаешь? Ты мне скажи вот одно. Как ты не падаешь? Здесь же... Смотрите, что? Ребята, я не понимаю. У них то ли читы, то ли еще что-то. Но смотрите, вот. О, здесь. Как? Что? Откуда он знает, что здесь ловушка? Давай, подойди сюда. Давай, подойди сюда. Давай. Ближе, ближе. Давай ближе немножечко. Такое чувство, ребята, что у них здесь вот какой-то барьер. Поняли? То есть они вот за этот барьер и не за... Во, видишь? Видишь? Он как будто знает, что здесь что-то есть. Ну, вам не кажется это странным? Не ливнул. Чё за бред вообще? Давайте еще раз я проверю. Вот, он вот так стоял, впритык. Вот так вот стоял. Ну, смотрите. А я сразу падаю. Каким образом он это не разбивается? Так, сейчас ко мне кто-то, ребята, телепортируется. Давайте мы его тоже примем. И это ребята, кикстартер. Окей, так, хорошо, давайте даже мы на него, в принципе, время даже не будем тратить, не будем юзать ловушку и просто посмотрим, что это, ребята, был за кикстарт. Да, это обычный кикстарт, в принципе, немного покоцанный, как обычно, но хотя бы что-то. Мы его тоже, естественно, складируем в наш сундучок, куда-нибудь вот сюда. Кстати, я открыл тот же сундук, который я все время открываю. Это странно как-то, как я так угадал. Ну и, в общем-то, ждем теперь алмазника. Ребята, ко мне снова телепортируется этот чел. Я не знаю, принимать его, не принимать, но давайте примем. Окей, ребята, он какой-то вообще... Он в какой-то жесткий... Так, ладно, хорошо. Что? Вот. Во, ребята, он упал. Красавчик, все. Чего он выжил? Что? Ребята, у него тотем, ребята, тотем у него заиграл, хорошо, это отлично. Мы ему сняли уже тотем, ребята, и можем сейчас его снять. Ребята, у него очень мало сердец осталось, очень. 4, давай, чуть-чуть, да, ребята, защита 2, да. И посмотрите, ребята, 8 яблок, отлично, набор Пандара, чего? Откуда у игрока набор Пандара? Блин, ребята, это очень странно как-то выглядит, серьезно. Первое время он вообще не хотел сталкиваться здесь, а потом почему-то столкнулся, умер, и теперь у меня его шмотки. Ну ладно, ребята, в принципе, меня это не заботит, поэтому телепортируемся, в принципе. Складируем сюда нашу, хотя нет, давайте я складирую набор Гидры, да, потому что она немножечко хуже. Точнее, не немножечко, а вообще она хуже в разы, за 2, офигеть. Ну и, в принципе, теперь будем вот так гриферить, и, кстати... Посмотри, эта грязь поставила здесь этот хом.
Блин, ну ладно, ладно, ладно. Я надеюсь, что он мне не будет мешать. Какой-то Ксас 500 ко мне телепортируется. Мы его принимаем и... Блин, ребята, это кикстартер. Так, ладно, хорошо. Давайте мы с ним немножко поиграемся, да? Как бы, ну, так его немножко подамажим, да? Ой, а у кого-то уже пол баллона нет. А куда это мы? Куда? Куда мы ливаем? Куда мы ливаем? А ну-ка, иди, иди в ловушку сразу, давай. О, красавчик. Правильно, правильно. Так и надо делать, ребята. Вот так-то и надо делать. Давайте посмотрим, что у него было вообще. А, ребята, это вообще голый кикстартер. Да, вообще голый. У него даже яблоко не было, блин. Ну, тоже неплохо. Блин, ребят, меня вот этот челик уже просто задолбал. А, чё я не могу? Что? А, во. Смотрите, он ко мне постоянно телепортируется. Что у меня с колесиком? Где весь чат? А, он снова ко мне телепортируется. Ребят, что он хочет от меня? Бро, нет, нет, нет. Давайте мне кого-нибудь другого. Не хочу. Во, 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 другой. Отлично, ребята. Давайте мы немного отойдем. Здесь мобы! Блин, я это не предусмотрел. Ну ладно. И, ребята, это алмазник, ребята, это алмазник, это алмазник, черт. Кстати, очень жесткий, походу, очень жесткий. Ну-ка, ребята, он мне по сердечку, ребят, наносит. Это очень много. Почему еще мобы, блин, на меня? Так, ладно, крипер, давай, бах. Ага, отлично, все. Кстати, мне почему-то... Это в этот скелет мне дает замедление. Так, вот замедление мне вообще не надо. Посмотри, какой он жесткий. Что за фигня? Так, хавым, быстро. И, ребята, тоже его фигачим. У него, кстати, у него тотем есть, блинский. Ребята, надо хотя бы ему снять тотем. Хотя бы снять тотем, давай. Давай, чуть-чуть. У него два сердечка, три сердечка. Ребята, чуть-чуть осталось, совсем чутка. Давай, иди сюда, братишка. Сюда, давай, иди, иди сюда. Куда ты убегаешь, алло? Вот грязь, блин, еще и поставил в воду. А, блин, он, ребята, хавает. Ладно, хорошо. Нам нужно ему снять как минимум один тотем. Я не знаю, сколько у него вообще тотемов, может, у него там весь инвентарь тотемов. О, минус тотем. Отлично, ребята. Давайте мы тоже не будем забывать про свое здоровье. И отхилимся. Вот, отлично, все. Теперь главное нам его догнать, в принципе. А, у него, походу, ребята, и нет тотемов. Смотрите, как он меня жестко фигачит. Ты шо, киберспорт, что ли? Видимо, ребята, у него нет больше тотемов. И давайте мы сделаем так, что типа он мне жестко надамажит. Я даже вот специально. Ага. Понял, все, без проблем, отлично. И, ребят, походу, он умер, да? Да, ребята, он умер, отлично, смотрим, что... Ай, блин, я не выложил кит, черт. Это был набор пандара. Походу, ребята, это просто обычный кит. Да, ребята, это набор пандара. У меня такой же, кстати, у меня вообще тупо такой же кит. Ну, в принципе, ребята, неплохо, да? А, отлично. Так, ребят, ко мне какой-то Вадик телепортируется. Мы его принимаем и... Блин, это игрок, неинтересно. О, ребят, повезло так повезло. Меня замутили на 15 минут, просто... Отлично. Так, ко мне кто-то телепортируется, это пауи. Ребята, забафанный. Нет. Очень больно, бро. Очень слишком больно. Не надо, ребята, он забафанный, черт. Я писал, ребята, кто ПВП в Z3. Но, видимо, чел слишком забафался. Кстати, да, я ему, ребята, вообще мало наношу. Хорошо, все, тогда, ребята, мы бежим. Быстренько к домику. Быстро бежим к домику. Главное успеть открыть и закрыть дверь. Так, все, закрываем. Да, ребята, упал. Черт побери, ребята. Он, блин, в мою, в эту сейф-зону прыгнул. Ну ладно, отсюда, ребята, ему уже никак не выбраться. Никак не выбраться, 100%. И, так, да, бро, давай, падай. Красавчик. Два сердечка. Блин, надо было его, ребята, добить надо было. Ладно, все, добиваем, быстро. Добиваем, ребята, добиваем. Чуть-чуть остается, ну, нет. Я погиб. Ко мне еще кто-то телепортируется, Хом, Т1. Быстро, ребята, быстро летим к нему. Вот так вот, оп, здоров. Нет, бро, ты отсюда не ливнешь. Найс! Ребята, набор Пандара, набор Кроноса, ребят, набор Кроноса. Офигенно, ребята, класс. Еще перки, ребята, отлично. Уже есть перки, и это набор Пандара. Да, ребята, он просто был забафанный. Ну, все равно, ребята, офигенно, все, отлично, ребята, трапка работает. Жалко то, что ее в сурваче просто так не построить. Как я вовремя включил запись, ребят. Нет, ребята, это жесткий какой-то ч... Ё-моё, ребята, у него даже заговор огня есть. Черт, что... Так, хорошо, давайте мы дадим ему стрелу, которая выпала мне со скелета. И, ребят, походу, это смерть. Да, у меня... Ой-ой-ой. Блин, ребята, что делать? Я даже, ребят, я не уверен, что я его смогу затрапить, и, походу, это конец ролика. Потому что, ребята, это тупорылый алмазник, который, ну, супер какой-то, вы посмотрите на его меч. Что это? Это у Тритона такой меч теперь? Так, ладно, хорошо, давайте забегаем в домик. Давайте я возьму какой-нибудь кикстарт, чтобы его немного сюда привлечь, его, так сказать, внимание привлечь сюда. И, в эту штуку, оп, вот так делаем, оп, ничего себе, оп, нет, так, не заходи сюда. Блин, ребята, у него очень крутой меч, очень, надо его как-то постричь. Давайте мы вот так выйдем быстренько и его спихнем. Да, ребята, отлично, все. Есть. Да, он засейвился, ребята, он засейвился с тотемом, черт. А, подожди, стоп, ребята, у него 8.
У него 8 хп. У него 8 хп. Если постараться, то мы можем его слить. Давайте возьмем самую свою крутую бронь. Вот так, наверное, наденем. Только, блин, а где штаны? Штанов-то нету. Штанов нету, черт. Быстрее! Быстрее. Вот штаны, перки. Все, ребята, я все взял, вроде бы как. И вот эту штучку возьмем. Все хорошо, отлично. Все, давайте. Прыгаем сюда. Здорово. Ничего себе. А че мы не бьем? Ой, забыли, как бить. Ой-ой-ой, ребята. Это слишком большая разница. У нас очень большая разница. Хоть бы он затупил где-нибудь, и я его просто слил, ребята. У него сколько у него хп? У него здесь... Так, ребята, у него полбаллона. Полбаллона нету. В принципе, если я... Да, ребята, минус тотем. Быстро, пока он переставляет тотемы. И у него второй тотем, ребята. Черт, так. Лага... Блин, я не залагал. Надеюсь, то, что он не подобрал вещички мои. Не подобрал. Красавчик. Нет. Черт, ребята, надо что-то поделать, надо что-то думать, мы уже снесли ему один тотем, сейчас его нельзя оттуда отпускать вообще ни в какую, поэтому давайте мы берем просто свои последние шмотки и снова, ребята, просто его фигачим, он по мне не попадает пока что, попал, ребята, у него 30, сколько, 34 сердечка, чего, это как, ладно, комбим, ребята, комбим, он не может попасть по мне, челик, еска. Нет, два сердечка, ребят, два... А, черт! Что мне с этой фигней, ребята, делать? Блин, у меня есть набор Пандара, но у меня нет даже брони. Блинский, блин, ребята. Походу, это конец. Просто вот топер засел там, и теперь будет меня постоянно, ребята, сливать. Ну, разве что, ребята, надо его комбить, ага. Фиг ты его, блин, закомбишь, ребята. Он какой-то очень сильный. А, смотри! Он мне выдает шмотки. Красавчик, бро, красавчик. Так, а где мы? Перки. Видимо, он их подобрал. Ну ладно, все, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой, снова пошло. О, ребят, он мне дает шмотки. Хорошо. Давай, короче, с ним затимимся. У меня есть гениальный план. Мы с ним, ребята, тимимся, типа, напишем спасибо. Извини, что затрапил. Ах ты ж говно! Ай-яй-яй-яй-яй. Я-то думал, ребята, то, что он меня отпустит, а нифига подобного. Это просто, ребята, была какая-то обманка с его стороны, и мы снова... Блин, он снова меня убивает. Так, посмотрим по сундучкам. Возможно, у меня есть какая-то здесь бронь, и... Ребята, у меня есть бронь. Хорошие новости. Попробуем. Мне нужен щит, ребят, мне нужен какой-нибудь щит. А щита-то у меня нету. Щита нету. Так, ладно, возьмем да, вот это, и... Погнали. Возьмем вот так вот, оп, здорово, не ожидал то, что я снова сюда приду. Кстати, у него, ребята, прошло, у него был, видимо, баф, ребята, что это за лютый чел? И у него нет перок, что ли? Вы хотите сказать, что это челика нет перок и не может линуть отсюда? Это что-то, что-то очень странное, кстати, он снова что-то пьет. Ребята, он что-то пьет, черт. И он стал очень быстрым, ребят, 14 хп, 13 хп, давай, Фрускис, не подведи. Нет, 13 хп. Черт, блин, я не знаю, что делать, ребята, я уже... Походу это все Габелла. О, шмотки, отлично. Ребята, что он стоит? Ребята, это появилась, видимо, возможность его запехать. Конечно, мы будем его очень долго пехать, но... О, я ему по одному сердечку наношу. Но, ах, нет, ребята, черт. Ладно, хорошо. Видимо, ребята... Мама позвала домой. Чего? Поножи Таноса и набор Ариса, ребята! Что? А что случилось? Незакоцанный вообще. Один... А, это мои перки. Чего? Ребят, его выкинуло, он только... Поножи Таноса, ребята, чтобы вы понимали, сколько оно стоит! 540! Немедля, ребята, просто складируем всю бронь сюда. Офигеть. Ребята, я просто в шоке. Вы посмотрите на эту... все, до свидания. Интересно, а зомби сможет попасть в эту ловушку? Ну-ка, давайте, ребята, мы его попробуем его столкнуть. Вот так вот, оп. И да. Все-таки, ребята, ловушка вообще для всех работает. Ребята, ко мне сейчас телепортируется типочек. Я написал, кто PvP в Z4.
Братишка, ну это же не за 4. Ладно, давайте, ребята, мы уравняем шансы. Давайте, мы вот так вот сделаем. Типа, ну, я голенький. Да, да, но... А, ребят, я ему наношу по... Три сердечка. Офигеть. Так, хорошо. Чё ты испугал? Да хорошо, давай я вот так даже сделаю, бро. Давай так даже сделаю. Почему нет? Давай, иди сюда. Давай с топорика. Хорошо, давай я буду с топорика. Почему нет? Давай, иди сюда. Куда ты убегаешь? Братишка, ну зачем? Иди сюда, давай, давай. О, смотри. Во, побежал. Разбежался. Иди... Куда? Подожди, не так же жестко. Алло, кикстартер, ты чё? Давайте мы попробуем, ребята, челлендж. Загасить кикстартера яблоком. Почему бы нет? В принципе, ребята, мы уравняем наши шансы. Кстати, все, минус типочек, ребята. Просто сам... Не минус типочек. Да ладно. Минус тотем. Блинский. Это все, ребята, из-за кикстартера. Все из-за кикстартера. Кстати, это вообще... Блин, минус тотем. Но, ребята, в любом случае, я надыбал столько вещей, просто вы себе не представляете. Кстати, снова ко мне этот челик телепортируется, давайте мы его... Вот так, все, до свидания. Вот, короче, ребята, я столько вещей надыбал, реально, просто из-за... Ну, случайности, считайте, реально. Вот это поножи Таноса, вот этот вот кит мне дался вообще очень случайно. Так вот, смотрите, ребята, кто досмотрит до конца, тот всегда молодец. Я ценю этих людей, поэтому вот координаты. Можете переходить, гриферите вот эту вот всю штуку. Я, как бы, ничего не буду здесь... менять, вот, как бы, вот этот самый крутой сундук, вот, гриферьте его. А с вами был Фриз, всем удачи, всем пока.